Ассалам алейкум, пацаны! Реально новый халявный, друзья мои, календарь Хэллоуина. Что такое? Сейчас я вам все покажу, все расскажу. Ладно, тянуть не буду. Просто лайк, подписка, колокольчик. Цель 300 тысяч подписчиков у меня набрать. Пожалуйста, друзья, не забывайте подписываться, ставить колокольчик, все уведомления, это очень важно. Также обязательно пишите любой комментарий, каждый пролайкаю и 100 алмазиков по комментариям кому-то подарю. Ну и самое главное, друзья, мы в телеграм-канале проходит розыгрыш на прокачку, а также где я выбью и выберу 10 участников на пополнение эмоций. Просто лайк поставили, подписались, поставили колокольчик, все уведомления и обязательно подписались на мой телеграм-канал. Ну, под этим видеороликом 1000 лайков даже набить. 1000 лайков и начинаем. Всем все ясно. Все, братишки, кстати, не забывайте, сегодня стрим. В 9:30 сегодня стрим. Новый обменник магического кубка сегодня покажу. Так что после этого видеоролика можете зайти спокойно на мой стрим и посмотреть, что у меня там сегодня будет. Какая там будет халява, друзья мои. Какой будет новый обмен магического кубка. Так что после видеоролика заходим на все стрим, да, и ставим лайк. Ну, давайте тогда начнем сначала сердечко. Как всегда, по традиции, я вам всем даю свое искреннее топовое сердечко. А вы взамен ставите лайк. Далее, конечно же, это у нас новые оружия, которые также сегодня покажу, также которые уже делают люди наброски, да, и также предположительно уже новые оружия также будут появляться у нас в обновлении. Также получается, у нас оружия будет очень много, за место также каких-то лечащих, да, лечащих оружий. Возможно, появятся какие-то новые. То есть это все, друзья мои, пока приблизительно. Вот это оружие, скорее всего, будет МП5 новое. Очень много скинчиков, очень много просто нереально крутых оружий, которые также, возможно, будут появляться у нас в обновлении. Далее. Поехали дальше. Вот такие вот скинчики, тоже обалденные, тоже очень много. Вы посмотрите, сколько их просто разновидностей. Я даже не понимаю, что это такое. Что за космические оружия? Но, по крайней мере, это уже показывают, друзья мои, зарубежные контент-мейкеры, да, ютуберы. Вот, и я решил вам тоже показать. Скинчик, офигеть, видите, что за скинчик, друзья мои? Рыку скинчик, я был в шоке. Скинчик петуха. Скинчик петуха, в смысле? Серьезно? Ну да, прикольно, петух. Прикольно, ладно, поехали дальше. Скинчик какой-то собаки наверху, тоже довольно-таки неплохой. Вот такие вот скинчики. Тоже, видите, нереально крутые. Кто нас знает, да, скоро будет новая эволюция. Пока, честно, даже не знаю, что за эволюция. А вот эта вот эволюция. Хрен знает. Честно, пока понять не могу, что это за эволюция, братва моя. Вот честно, не могу понять. Что за эволюция? Какая-то, какой-то скинчик на эволюцию, какой-то. Так, а если убрать камеру? Я даже не знаю, что за скинчик, братва, вы скажете? Вот это у нас будет новая эволюция. Вот что за скинчик, братишка, вы можете отгадать? В комментариях, пожалуйста, напишите. Как вы думаете, что за эволюция? Да, она уже появляется, скоро будет уже в игре, да. Офигеть, я даже не знаю, что эволюция, хрен знает. Ну, я думаю, все-таки это какая-то может быть... Ну, какой-то автомат, друзья мои. Может быть, может М-ка быть, может быть... Короче, не знаю, братишка, очень не знаю, ваши варианты. Так, ладно, поехали дальше. Дальше, друзья мои, дальше, показываю дальше. Не забывайте, сначала не забывайте, что у нас впереди, у кого есть деньги задонатить, но вы не можете, да, не получается, у вас ошибка, это выходит, у вас ошибка. Вы ко мне пишите, я вам помогу задонатить. Донатчу через официальный сайт Greenshop, через меня у нас приходит быстро и безопасно. Это 100%, я уже помог очень многим людям, вот, но, конечно, за это буду брать маленькую комиссию. Ладно, поехали дальше. Вы ко мне пишите. Дальше. Друзья, мы Хэллоуин. Вы знаете, что у нас впереди ожидает события Хэллоуин. И я вам сначала покажу, что вообще нам давали в предыдущих, скажем так, именно ивентах, да, что нам давали. Сейчас вам все покажу, новые календари, а потом покажу наш календарь. Ладно, погнали, Хэллоуин. Кстати, кому нравится праздник Хэллоуин? Где ходят по улицам люди в белых, скажем так, да, таких халатах, да, и, скажем так, всех пугают. Также в всяких разнообразных масках. Ладно, поехали. Хэллоуин, что же такое Хэллоуин? Это где каждый год нам добавляют определенные награды. Получается, это у нас получается два набора вот таких вот бомбовых, да, на Хэллоуин. Также набор на женский персонаж тоже должен появиться. Маска, тоже довольно-таки неплохая. Грим, эмоция вот такая вот в виде душ.
Стенка, да, стеночка. Помимо стеночки, граната, вот такая вот тоже в виде, получается, появления душ, да. Также получается коса, да, коса тоже появляется у нас. Лутбокс, вот еще рюкзак, прошу прощения, рюкзак, тоже довольно-таки неплохой с эффектами. Мотоцикл, тоже с эффектами. Также получается, помимо мотоцикла еще будет добавлено, конечно, это скинчик на питомца. Это, конечно же, парашютик. И все остальное у нас, конечно же, впереди ожидается. Что же будет у нас? Поехали дальше. Дальше. Календари. Календари халяв, да, именно Хэллоуина предыдущих лет. То есть тут, как всегда, знаете, обычно добавляли главное меню. Обычно добавляли главное меню, да, именно этого ивента. И давали нам определенные награды. Обменники. Халявы обычно, да, то есть определенное выполнение миссий, скинчики на питомцев, на оружие, то есть это все у нас давали именно в обновлениях, видите, то есть на каждом регионе разные делали, получается, менюшки. Вот, но это, друзья мои, не все. Я вам покажу именно календарь, который именно будет в октябре месяце. По крайней мере, пока показываю именно это на зарубежном регионе, посмотрим, что будет на нашем регионе, но календарь офигенный. Календарь реально офигенный. Посмотрите, что тут дают, короче, друзья мои. Получается, с октября месяца, да, будут добавляться, а именно, скорее всего, друзья мои, наверное, ну, это я просто предполагаю, 10 числа, приблизительно. То есть, оружие, получается, купоны, инкубатор и так далее. И, то есть, знать, да, что на зарубежных регионах пока инкубатор не убрали. Там добавляют пока купончики. Вот, у нас, может быть, вместо этого будет добавлено что-то другое. Также лутбокс после смерти. Также, получается, скинчик на калаш, парашютик, музыка, оружие, скинчик на питомца, там, на доска. То есть, это что, друзья, касается именно новых, получается, календарей. Набор. Новый набор, видите? То есть не исключено, что на Хэллоуин мы сможем получить еще новые какие-то определенные награды. В виде, получается, набочков, скинчики на мотоцикл и так далее. То есть, ну, по-любому, какой-то ивент или какую-то халяву, ну, я думаю, будут добавлять, потому что праздник Хэллоуин, он всегда праздновался в игре Free Fire, всегда, и всегда добавляли какие-то определенные награды. Так что, друзья мои, не исключаю, что все-таки мы получим также нереально крутые эмоции за бесплатные вещи. Календарь я вам показал. Календарь это пока приблизительно. Так что не сразу говорю, ничего не говорите, потому что это пока я вам показываю то, что выходит на зарубежном регионе. А там уже мы уже сами посмотрим, да, и сами, скажем так, решим, что будет дальше. Потому что дальше, я уверяю, у нас будет впереди очень много интересного. Тем более, я знаю, что разработчики никогда нас не разочаровывали. Так что ждите новую халяву, Хэллоуин совсем скоро. И всем говорю, прямо сейчас переходим все на мой стрим, именно сегодня будет очень интересная информация по поводу обмена магического кубка. Далее, не забывайте, конечно, про настройки, братишки, кому из вас нужны настройки, кто реально, вот у кого плохо летит на телефоне, плохо летит, не знаете, что делать, в ВК мне пишите прямо сейчас, я вам дам VIP-настройки по очень дешевым ценам. Цены недорогие, вы просто переводите настройки в свой телефон и хорошо играете. Я вам покажу раскладку, покажу, как правильно худ, да, покажу, как правильно нужно оттягивать и все нюансы, которые могут просто вам препятствовать для того, чтобы вы могли хорошо оттягивать. Я вам все расскажу, очень дешево, цена реально вас порадует. Так что вы как пишите, приобретайте. Ну и, конечно, не забывайте делиться видеороликом с другом, у нас в день выходит 2 видеоролика, в 7:45 и в 15:45. Всех жду на своем стриме. Я вас люблю, обнимаю. Вы самая лучшая аудитория. Спасибо всем. Вы красавчики. Люблю вас. Вы лучшие.